Подожди, а тут, походу, я себя загнал в угол. А, не, все норм. Ура, я снова победил! Всем привет! Вы на канале DevPlay, и мы продолжаем проходить другую историю зайчика. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео, а еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Пускай эта ручка может и сломанная, но сам факт наличия у меня такой давал бы очень многое. А от мысли, что эти двое могут с ней сделать, мне становилось даже как-то страшно за нее. Я посмотрел на Рому и крайне неуверенно спросил: а если она, ну, не работает, можешь мне ее отдать? Рома смерил меня взглядом и хищно улыбнулся. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Ну, разве что разыграть могу. Только он сказал об игре, как мне почему-то вспомнилась Алиса. Ну, давай я с тобой на нее сыграю. Только во что? Ромка окинул меня взглядом сверху вниз. На что играть собрался? У тебя хоть бабки есть? Я медленно вывернул содержимое брюк в слабой надежде найти хотя бы пару монет. В кармане послышался шелест. Я выудил из штанов тот самый вкладыш с Мерседесом, что получил от Алисы. Слушай, а у меня такой же самый был. Блин, у меня на самом деле была вообще куча всяких разных. Даже хер его знает, где они сейчас. А на вкладыши играете? У Бяши округлились глаза, стоило поднести картинку с машиной поближе. А вот Рома сохранял хладнокровие. Это ты... И ты серьезно думаешь, что я такую редкую ручку обменяю на какой-то там фантик? Ромыч, это ты... Да у меня таких вкладышей дома хоть жопой жуй. Это наёбщик. Мерседес-Бенц, на! Его-то нам с собой, Ромыч, и не хватало! Долбоёб. Лицо Бяши изобличало безумный восторг, а сам он едва ли не трясся от счастья. Фу, бля, ну и трепло ты, братка. Я улыбнулся и понял, что ребята собирают вкладыши. У них наверняка большая коллекция, в которой не хватает моего Марса. Ну так что, играем? Ромка вздохнул. Ну, если ты, Антоха, готов такой вкладыш на сломанную ручку менять, то по рукам. Я на секунду заколебался, но потом ответил. Готов. Так во что играть будем? В подкидного? В ножички? Я заметил, как в руках Бяши появилась засаленная и наверняка окроплённая колода карт. А Ромка прямо перед носом мастерски крутанул бабочкой. Играть по их правилам совершенно не хотелось. А давайте в крестики-нолики. Ромка, усмехнувшись, закатил глаза, но все же вырвал тетрадный лист и положил на парту. Играем, только чур у меня крестик. Вот гандон. О, я тут сохрани... О, тут можно сохраниться. Эх, хорошо. А, ну в принципе, я что-то думал, крестик первый будет ходить. Но нет, так нет. Вообще без разницы. Ага. Я торжествующе вскинул кулаки к потолку. Стопе, стопе.
У нас принято до 3 побед играть. Ну давай, давай. А раньше сказать. Ты думал, все так просто будет, на? Не пойму я, че ты так хмуришься? Один раз уже выиграл преимущество на твоей стороне. Давай-ка продолжим. Я в эту хуйню шарю играть. Так. Подожди, а тут походу я себя загнал в угол. А, не, все норм. Ура, я снова победил. Погнали нахуй. Да, дружище, тебя без вариантов. Ура, я снова победил. Прям в сухое очко. Я победно перечеркнул последний ряд нулей и уставился на Рому. Мне показалось, что он откажется выполнять условия и пошлет меня куда дальше. Эй, Рома, ты все по чесноку на. Ромка неохотно сдался и положил ручку на листок. Я вгляделся в нее. В ней было что-то особенное. Неописуемое, притягательное. Будто какие-то сверхъестественные силы пытались всучить ее мне. Везучий ты, сука, а? Видно, сама она к тебе как к очкарику рвалась. Держи! Ну, не то чтобы я прям везучий, но просто... умный! Улыбаясь и сжимая ручку в руках, я чувствовал себя настоящим чемпионом, проносящим факел с олимпийским огнем. Победоносно закрепив ручку на безрукавке, я понял, что уже не хочу сидеть в классе и решил немного пройтись. Слышь, а Папа Лены нет? А чё мы осматриваемся? А, пош. Книга — это духовное завещание одного поколения другому. Сложно поспорить. Если, конечно же, ты не Сёма Бабурин. Ладно, вообще похуй. В коридоре практически никого не было. Только изредка кто-то проходил мимо, но в основном было достаточно пустынно. Никто не толкался, не кричал, не бегал по коридору, попутно снося всех на своем пути. Вместо оглушительного, но живого школьного гула здесь теперь царила загадочная и даже чем-то настораживающая тишина стен, кабинетов и коридоров. Словно каждый день вместе с грохотом и жужжанием это место покидает нечто большее, оставляя за собой лишь ничем не заполненную пустоту, в которой, как в бездонном колодце, гулко отдаётся эхо, даже от самых тихих шагов. Проходя мимо двери одного из кабинетов, я увидел жирную надпись, сделанную маркером «Школа говно!». Поглядывая на нее, я усмехнулся. Помню, читал книжку, где говорилось, что школа с греческого переводится как место досуга. И ведь были времена, когда мудрецы и философы собирались в школах и обсуждали свои утопические идеи. Это потом у них стали появляться ученики, которым нужно было передавать свои знания. И из мест отдыха они превратились в места инквизиции. Задумавшись о месте досуга и развлечений,
мне сразу пришел в голову Диснейленд. Моя прекрасная мечта, которая согревает меня так же, как и улыбка Оли. Я сразу представил себе, как смеется сестра, катаясь на аттракционе и размахивая руками. Родители смотрят по сторонам и с улыбкой едят мороженое. А я стою рядом и получаю неслыханный восторг от одного нахождения в этом прекрасном мире мечты, фантазии и детской сказки. Погруженный в мысли, я повернул за угол и тут... Дороу. Ой! Словно стая птиц, испуганная шаловливым ребенком, разлетелись в разные стороны разноцветные книги. Полина преувеличенно возмутилась. Петров, да ты совсем зрение потерял. Ну да. Я поправил очки и поспешил скорее помочь собрать упавшие книги. Извини, Полин, я тебя в самый последний момент заметил. Продолжая поднимать книжки, я решил поинтересоваться. А куда тебе столько? Это все по музыке. Самоучитель, ноты, еще несколько книжек. Так просто. Последнюю книжку мы схватили одновременно. Поднявшись с коленок, я продолжал не отпускать ее, параллельно вглядываясь в большие голубые глаза Полины. В эти секунды они казались мне особенно лучезарными и мечтательными. Однако сама Полина, воспользовавшись моментом, хитро улыбнулась и резким движением выхватила книгу из моих рук. Произошло это так стремительно, что я даже не заметил, что уже стал сжимать воздух. Ты такой рассеянный, Антоша, когда... Когда что? Тихо спросил я. Ну, когда так смотришь. Как? Сказав это, у Полины и у меня к щекам стало приливать тепло. Мы еще раз посмотрели друг на друга и вдруг она сказала. А помнишь, Антон, я говорила тебе, что здесь невероятно скучно. Что это место без звуков. Блять, подожди, звуков. Обратно. Блять, обратно нельзя. Ну, точнее сказать, они здесь есть, но не такие, с которыми я бы хотела сталкиваться. Я был удивлен слышать такое слово, как вакуум от Полины. В моих глазах она всегда была изящной девочкой со скрипкой. Но никак не физик. Или же я просто привык находиться в дурном обществе? Ну да, помню. Так вот, я нашла удивительный способ борьбы с этим. Ты когда-нибудь читал научную фантастику? Не задумываясь, я тут же выпалил. Конечно, читал. У папы была большая библиотека лучших фантастических историй. Кира Булычева, Ивана Ефремова и других. В его молодости это было модно. Помню, когда мне и самому в третьем классе подарили девочку с Земли. Я тоже с упоением зачитывался историями о путешествиях Алисы Селезневой. И даже отчасти завидовал ей. Классная девчонка. Смелая, бойкая и, самое главное, до ужаса любопытная. Вдохновившись прочтенным, я часто рисовал. Космические корабли, другие планеты. И, конечно, не забывал про главную героиню. Алису. Я встряхнул головой. Хоть я и не привыкла такое читать, но в нашей библиотеке уже не осталось книжек по музыке, которые я бы не брала. А тут случайно подвернулось нечто новое. Не хочешь сам немного почитать? Ну, скажем так, освежить в памяти? Такой намек на... Шурмуру? Полина посмотрела на стопку, аккуратно вытащила из нее серую книжку и протянула мне. Наедине почитать, ну ладно. Не сказать, что я горел большим желанием снова начать читать фантастику. Интерес к ней у меня стал угасать еще в классе пятом.
нихера-то в душе теперь дед. Но разве я имел сейчас право отказать? Медленно я протянул руку, и теперь мы снова держались за книжку вместе. Только сейчас отпустила уже Полина. Она еще раз с улыбкой посмотрела на меня и, поправив волосы, попрощалась. Ладно, Антош, до скорого. А то мне на музыку опять пора. Покайсики. После чего она быстрым шагом направилась по коридору. А я так и остался стоять на месте, крепко прижимая к груди серую книжку. Не слишком ли много занятий по музыке в один день? Но хотя на что не пойдешь, чтобы стать профессионалом. Ладно, пора идти в класс. Ура! Ура! Зайдя домой, на пороге меня сразу встретила радостная Оля. Ее лицо было намного светлее и довольнее, чем в остальные дни, а сама она чуть не прыгала. После утреннего случая я был невероятно рад видеть ее счастливую детскую улыбку. Мама, мама, тут Тося пришел! С кухни послышался мамин голос. Но из-за льющейся воды было сложно понять, что она сказала. Пойдем скорее, Тош, там папа такой классный мультик привез. Мама говорит, что ты его очень любил. Да? От такой спешки я немного растерялся. Ну ладно, сейчас подойду. Я снял куртку. О каком мультике она говорит? Оставив рюкзак, я, не задерживаясь, решил пройти к сестре. В комнате Оли все явно было готово к совместному просмотру. Телевизор работал, подушки стояли на кровати у стенки, а рядом на табуретке красовался поднос с открытой банкой сгущенки и стопкой нарезанного батона. Оля лихо запрыгнула на кровать и взяла пульт. А где батон, посыпанный сахаром? И помазанный маслом. Ну, сначала маслом, а потом сахаром. Это ж одна из главных вкуснях была. Ну, давай посмотрим, что там папа привез. Только я недолго, Оль, а то мне еще домашку делать. Ой, да не, Сэм! Я прекрасно понимаю сестру. Любому надоест сидеть в четырех стенах и смотреть одни и те же мультики по сотни раз. Поэтому любое разнообразие для нее должно быть праздником. Видик загудел, на экране появилась картинка. И тут я не мог поверить своим глазам. Это же... Детройт Метал Сити? Почти. Утиные истории! Подожди, блин, что за хуйня происходит? Зырь, тут, блин, телек не включен в розетку! Это что за нахуй магия вне Хогвартса? Мысли о домашке и иных делах тут же отошли на другой план, словно их никогда и не было. Так, бля, я надеюсь, тут не будет авторских прав, а то будет что-то немного обидно. Я присел на кровати с открытым ртом, не отрываясь, смотрел на заставку. Во время припева Оля громко смеялась и напевала. Я уселся поудобнее. Это действительно мой самый любимый мультик детства. И как я мог о нем забыть? Кстати, я когда-то слышал, я вот не помню, у кого именно это. Ну, короче, относительно дубляжа песен в диснеевских мультах, ну, короче, которые крутили по телеку вот эти мультсериалы. И диснеевские черепашки-ниндзя, ну, короче, все остальные, которые в 90-х были.
Почему там постоянно были какие-то такие идиотские вокальные партии? Постоянно распевные. В общем, прикол в чем? Найти дешевых, хороших вокалистов было сложно. Поэтому набирали из филармонии. А в филармонии у нас кто? Правильно, оперные, блять, певцы, которых заставляли петь обычные эстрадные песни. Поэтому получалось так ёбнуто. Это действительно мой самый любимый мультик детства. И как я мог о нем забыть? Бесстрашный Скрудж Макдак, его племянники Дилли, Билли и Вилли. Какой он бесстрашный, он, блять, жадный пиздюк. Заклятый враг Скруджа... Гломгольд, братья Гаус, Магика. Я практически помню до сих пор всех. И этот... Как его? А, точно! Зигзаг Макряк. Почему Макряк? Кряк? Он ведь еще появлялся в мультфильме про Черного Плаща. Но, как по мне, это лишь отколовшаяся частичка от действительно большой и захватывающей истории... и о приключениях самого богатого селезня в мире. От нахлынувших воспоминаний я стал непроизвольно улыбаться. Да так, что было уже непонятно, кто из нас с сестрой счастлив больше. Ну что ж, а тогда с этим вопросом будем разбираться уже в следующий раз, а на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока!